Schwester! Wie viele waren es bei dir? Zählen Hinrichtungen auf. Na klar. Na klar. Ich war auch mal. Keine Ahnung, wir sehen da die Tür. Поверхность планеты. Транспорткапсель bereit zum Einsteigen. Bitte Zugabe eingeben. Notfallausruf eingeleitet. Landung in T-3-2-1. Спертый воздух, сильная жара. Прямо август в Техасе. Надо пробраться внутрь базы, найти оберкоманда, украсть коды Одина от корабля генерала Энги. Тихо и быстро. Коды от Одина. Где же вы? Вот они. Тебе нравится, птичка? Тебе уже пора. За мной приплыли. Почему везде аварийный свет? Где весь народ? Здесь что-то не так. Будь готов ко всему. Сюрприз! С днем рождения, Уильям. За тебя, герой Америки. Ура! Не думал, что столько проживу. Твое здоровье, бласковец. Самый крутой говнюк. Жуки мели! Черт возьми. Да чего же вкусный банановый крот? Это Макс из Пёп. А вот любовь в жидкой форме.
Боже! О, боже! Ты не Гордону разъешь желудок! Ну, как там на Венере? Привез мне сувениры? Ну, магазин был закрыт, но я привез вот это. Твою мать, расскажи мне про корабль. Я просто обязан рассказать тебе про Серебрянку. Это название. Он очень маленький. Зигрун! Да, фрау Грейс? Слушай, мне нужна твоя нацистская помощь. Я не нацистка! Неважно. Поручаю тебе расшифровку кодов Одина, чтобы отключить систему защиты и угнать Аусмерцер. Да, фрау Грейс. Только не называйте меня нацисткой. О, прости! Задело твои нацистские чувства? Терпи, принцесса. Ты все еще здесь? Черт, бухло кончилось. А вот это другое дело. Товарищи! Братья и сестры, большое спасибо! Завтра мы будем стрелять в нацистов, пока не кончатся пули. Но сегодня, сегодня мы пьем за Власковица. Самогон, Хордон. Не твое. Да, да. Твою мать! Кто-то засрал нахер весь туалет! Люди, вы что? Да, да! Да-да! Твою башку удержали в этой банке! Жуткие были! Да-да! Да-да! Ой-ой-ой! За нас, за нас! Нексус! Нексус! Давай, стукни! Нексус! Нексус! Давай, Уильям! Он выдержит! Фергюс! Хватит! Отвали от меня, деваха! Хватит! Отвали нахер! Я, мать твою, подполковник! Да-да! Риски? Ну, Хортон берет кукурузу. Иногда используем ячмень. Лично мне больше нравится рожь, но он берет кукурузу. Потом... Фергюс, просыпайся, чувак, тебе за штурвал. Эй, а где твоя рука? Грейс, что происходит? Наш пилот все еще пьян, а нам уже надо быть в воздухе. А он может лететь в таком... Ну, без своей сраной руки он точно не полетит. Так, Хортон, Аня, дайте ему кофе или еще что-то, пусть трезвеет, ласковец. Ласковец, найди чертову руку Фергюса, пока операция не пошла коту под хвост. Твою мать. Фергюс? Фергюс? Фергюс, эй, ты меня слышишь? Эй. Фергюс, это Аня. Эй. Давай. Вставай. Господи. Поверь. Когда кто-то нализался в стельку, есть только одна управа. Какая? Антипохмелин старины Хордона. Смотри, чтобы он свой язык не сглотнул. Ладно. Что смешивать? Так, сейчас скажу. Столовая ложка кетчупа, апельсиновый сок, полбанки анчоусов, 2 сырых яйца, перец, 2 чайных ложки, куриный бульон, если есть, сироп от кашля,
И стакан хорошего виски. Нужен перец чили, так? Угу. Две чайных ложки. Я приведу его в чувство, но не знаю, где искать руку. Нет, сэр. Я не видал руку Фергюса ни здесь, ни где-либо еще, капитан. В бродячем цирке были чумовые авторпати. Но, видит бог, вчерашний вечер был просто улет. Ты руку Фергюса ищешь? Боюсь огорчить, но я так сильно хотела нажраться, что ничего не заметила. Добрый день, капитан. Я точно помню, что видела перец чили. Я готов ко всему, сэр. Привет, брат. Как продвигаются поиски? Капитан, хочу кое-что рассказать. Помнишь тот нацистский бункер в Манхэттене? Свиньи сделали его своей базой. Вот, мы перехватили сообщение со списком всей боевой техники, которую они там хранят. Зацени. В списке есть полноценный сжимающий корсет. Прочитай описание на боевой карте, чувак. Серьезно. Эй, жутко, Билли. Есть одна тема. Эй, Перечек. Я ищу руку Фергюса. Ты не видал? Ну как? Я видел Фергюса вчера ночью. Эй, видишь вон ту пташку? Блин, чувак, не пялься! В общем, я хотел подарить ей эту розу и сказать что-нибудь романтическое. Ты же у нас романтик, да? Ну, так, иногда. Вот, чтобы не пошло. Она милая пташка, и я хочу показать ей, что я порядочный. Вот, как тебе, Мария? Я мечтал это сделать с тех пор, как увидел тебя. Потом я дам ей розу и скажу, это роза. Символ моих чистых намерений. Ты пойдешь со мной на свидание? Говори честно и от души. Это главное. Ох, твою мать, я боюсь. Не хочу облажаться. Давай сыграю тебе для настроения. О, боже. Мария, я мечтал сделать это с тех пор, как увидел тебя. За кого ты меня принимаешь? Я... Ты меня уже задолбала, сраная тупая рука! Я тебе покажу, как себя вести! Значит, ты видел, как он рванул в ангар? Угу. Впервые видел, чтобы кто-то так злился. Спасибо. Так. Фергюса в последний раз видели по пути на топливный склад. Может, он забыл руку там? Какая-то бильярда. И я люблю читать. Мне мама как-то сказала. Есть минутка? Такая тема, Би. Нам удалось перехватить сообщение. В нем полный список стройматериалов, отправленных на Венеру для оберкоманда. Зацени. В этом списке есть исправные боевые ходули. Они, небось, с их помощью красят потолки или типа того, хер их разберет. В общем, прочитай описание задания на военной карте. Удачи, Би.
Да. Надеюсь, эта гнусная книга сгниет в каком-нибудь темном чулане. Нексус. Есть у меня один заскок, Макс. Я на дух не переношу дурные метафоры. Вот, послушай-ка. Джордж копошился в ее розовом бутоне, словно мохнатый шмель. О, простите, мистер сладкий нимфоман, но я читаю ваш эротический детектив, чтобы завестись, а не наоборот. Нексус. Я просто слегка расстроена, Макс, и все. Нексус. Дамы кавалеров не обсуждают. Нексус. Ну, я дамой отродясь не была, так что могу рассказать. Вчера вечером я, скажем так, побывала на свидании с твоим другом Бомбатой. Да, и мне показалось, будто между нами что-то промелькнуло. И тут я узнала, что вроде как угодила в любовный треугольник с этой глупой нацистской девчонкой. Откуда мне было знать, что он уже занят? Нексус? Ты прав, Макс. Он просто бестолковый бабник. Храни его, Господи. Мне стоит просто забыть о нем. Вам не кажется порой, что наши усилия тщетны? Что мы как заезженная пластинка повторяем все снова и снова? Может, плюнем на это сопротивление и пойдем в руку? Ты хочешь мне что-то показать? Да. О, боже. Макс, это ты сделал? Нексус. Знаешь, я когда-то изучала искусствоведение, потому что мой папа был галеристом. И я обожала гулять по галерее. То, что ты создал, можно продать в любой галерее за огромные деньги. Правда, Макс? Нексус. Черт. Ты не против, если... Я посижу тут и полюбуюсь. Нексус. Ну, круто, Макс. Когда я говорила с Фергюсом, у него, кажись, обе руки были на месте. Я думаю... Да, привет, капитан. Ну как? Да, вот ключ. Еще пара глотков, и будет как огурчик. Уильям, ты ее нашел? Я, если хочешь пить виски, всерьез, надо сначала все... Ты хочешь убить меня нахрен? Ну вот, фирменный антипохмелин старины Хортона, как всегда, сработал. Какого хрена вы тут фигней страдаете, а? Нам разве не пора на инструктаж? Хорош кутить, Бласко. Невероятно. Уму непостижимо. Прости, что тогда наорал на тебя за футболку. Ты славный парень. Нексус. Мои братья и сестры. Слушайте. Меньше чем через 6 часов фрау Энгель появится в прямом эфире в шоу Джимми Карвера в Голливуде, Калифорния. Пока этой суке лижут жопу в прямом эфире на всю страну, мы проникнем на Аусмерцер, отключим систему защиты Один и угоним ее корабль. А потом найдем эту сучку и грохнем. Что скажешь? Фрау Грейс, я расшифровала коды, которые Гербласковец привез с Венеры. Оказалось, это всего одно слово. Вальхалла,
Ведите Вальхалла в любой терминал Одина на Аусмерцере, и система защиты отключится. Хорошая работа. Теперь иди нахер, наци. Как я уже сказала, мы найдем эту сучку, и мы ее непременно... Грейс! Что? Больше не смей называть меня наци! Я не нацистка! Ты не имеешь права вешать на меня клеймо, будто я хуже, чем ты, будто я и не человек вовсе! Давай! Скажи, что я не нацистка! Ладно, хорошо, поняла, ты не нацистка. А ты... Я люблю тебя! Неужели это не ясно? Тупая дубина! И мне больно. Больно, что ты такой тупой и не любишь меня. Но скоро я вытру слезы. Возьму себя в руки и буду жить дальше. Потому что ты мне для счастья не нужен. Я только буду иногда мысленно использовать твое тело для удовольствия. И ты мне не помешаешь. Зейгрун. Что? Да ухожу я, ухожу. Ну уж нет. Не глупи. Ты пойдешь с нами. Ну давай, Зик, ты же спец, выкладывай. Надо лететь быстро и низко. Тогда радар Одина не успеет нас вовремя заметить. Оказавшись прямо под Аусмерцером, мы начнем быстрый вертикальный подъем. Это даст нам шанс выжить после первого залпа Одина. Если повезет, мы улетим прежде, чем Один наведет на нас ракеты. Аусмерцере находится 3 центра управления Одина. 2 из них контролируют автосистему защиты. Центр Хугин отвечает за орудие на левом борту. Мунин отвечает за орудие на правом борту. Наконец, главный центр Одина управляет всем кораблем. Ясно. Как нам до них добраться? На полу в центре комнаты спрятан терминал. Этот терминал открывает дверь, ведущую к центру Хугин. Нашла. В другие отсеки, оттуда, где вы сейчас, попасть труднее. Открой на терминале схему корабля и поищи какой-то способ туда добраться, Аня. Уильям, найди центр управления Хугин и отключи орудие на левом борту. Я останусь здесь. Попробуй понять, куда двигаться дальше.
Старая и немощная. И сегодня твой судный день.